Здравствуйте, мои прекрасные шальные красотки. Мне недавно пришло две посылки из России. Я их, конечно же, уже открыла. Я не смогла дотерпеть и не открыть их, дождаться, когда я буду снимать видео. Поэтому я их уже открыла, но еще не снимала этикетки. И у меня очень свежие и самые настоящие первые эмоции от полученных платочков. Так что, если вам интересно, что новенького у меня появилось, то поехали. Из-за всей этой ситуации с вирусом и карантином посылки шли до меня раза в три дольше, чем обычно. И, конечно, немало нервных клеток погибло, когда эти посылки застряли на таможне и вообще не продвигались, наверное, месяц. Было очень страшно, придут они вообще или нет. Вот. Когда я увидела этот пакетик в руках курьера, тут сразу написано «Почта России», я сразу успокоилась, гора с плеч сразу упала. Как обычно, я начинаю свои обзоры с шалей. В этот раз тоже начну с шали. С ней я не выдержала и сняла этикетку. Несколько дней назад уже выгулила ее. Вот она, прекрасная и шикарная цыганка Аза. Это 15-й колорит. Вот такая. У всех шалей вязаная шелковая бахрома, вязаная в клеточку. Я долгое время не понимала, собственно, чем же так привлекают девочек цыганки Азы. Долгое время я даже не рассматривала эту шаль для себя. Но, видимо, нужно было созреть. И вот я, наконец, созрела. У цыганки Азы много самых разных ярких и не очень колоритов. Я выбрала для себя 15-й. Мне очень нравится здесь фиолетовая серединка в сочетании с оранжевыми розами. И мне очень нравится вот здесь, так, на уголке, где уголок? Вот здесь, в уголках, вот этот вот букет с серыми цветами. Я не знаю, это астры такие серые. Безумно красивые тюльпаны. Здесь ирисы фиолетовые с серым. И серые розы. У цыганки Азы вот такая невероятная ажурная серединка. Здесь вот такие интересные медальончики, внутри которых какие-то такие интересные цветочки чертополоха. Очень интересный. И этот каждый медальон оформлен как будто жемчугом или жемчужными бусами. За счет вот такого ощущения присутствия чего-то жемчужного серединка выглядит особенно такой нарядный, торжественный. Мне еще очень нравится здесь то, что некоторые листья не зеленого цвета, а такого вот сине-голубого. Я люблю фиолетовый цвет. Фиолетового у меня в гардеробе много, и в последнее время довольно-таки много новинок именно в этом цвете. Вот я сейчас, кстати, в платье стою. Вот. Прекрасно будет с чем-то и с фиолетовым, и с синим, и с серым, и с черным, и с оранжевым. Здесь такое многоцветие.
столько можно всяких разных вариантов придумать, по-разному ее завязать. Очень красиво, конечно же, на голове она будет смотреться за счет вот этой серединки. Вот здесь. Я не знаю, это то ли это шишки хмеля, то ли это цветочки чертополоха. Не знаю, я думаю, каждому видится здесь свое. Вот она такая красавица при ближайшем рассмотрении. Я думаю, у многих была такая история, то что какую-то шаль или какой-то платок мы сначала как-то недооцениваем, не понимаем. И нужно некоторое время, возможно, несколько лет, чтобы до этой шали созреть. Вот я созрела до своей азочки. Это первая аза в моей коллекции. Не знаю, буду ли еще какие-то азы добавлять в свою коллекцию, но безумно хочу азу 19. Я рассказывала про нее в предыдущем видео о черных платочках. Аза 19, вот она давно в моих хотелках и мечталках. Вот, так что пока я жду Азу 19, вот купила 15-ю и еще больше захотела 19-ю, потому что в жизни еще более красивый, яркий платок, даже гораздо более привлекательный, чем на картинке. Дальше. Это, я не знаю, здесь нужно как-то с фанфарами, с какой-то такой праздничной музыкой, а может быть даже и с фейерверком. Пора! Это невероятно. Мне даже до сих пор не верится, что я держу его в руках. Платочек называется «Отрада». Он выпускается сейчас в двух разных колоритах. В двух или в трех. Но все они светлые, все они белопольные, просто разные там небольшие вариации. А это синяя отрада синего электрик цвета, аж, я не знаю, светится. Вот это платок из разряда тех, которые паровоз остановят. И, я не знаю, наверное, из космоса его тоже видно. Сейчас такая лунная яркая ночь. Я думаю, если в нем выйти, то инопланетяне точно вас увидят и заберут с собой в далекую галактику. Рисунок здесь и орнаментальный, и цветочный. Невероятно красивые цветы. Вот эти цветочки. Мы их в детстве называли разбитое сердце. Я не помню, как они правильно называются по-ботанически. Очень редко, когда на платке встретишь вот эти цветочки. Ближе к серединке здесь больше пространства, больше воздуха. Какой-то сказочный. Я несколько лет назад увидела коллаж. Там был вот этот платочек, точнее, один уголочек этого платка. И какие-то разные картинки из русских народных сказок. Что-то такое интересное, волшебное, то ли гоголевский цветок папоротника, в общем, что-то такое мистическое, что-то сказочное. И вот это был такой завораживающий коллаж. И я тогда подумала, вау, что же это за красота такая, и где же ее найти? Ну, я как-то особо и не надеялась, честно говоря. Просто знала, что он когда-то был. Возможно, он у кого-то есть. Так. И потом случайно нашла
объявление о продаже, и причем такая красота даже вот с пришитой этикеточкой. Раньше, ой, не знаю, мне кажется, в 90-е вот этикетки вот так пришиты были. Насколько я в детстве помню, мама у меня носила, покупала платки. Мы в магазин с ней ходили, полупосадских платков. Вот я помню в детстве, что они были бумажные, эти этикетки, и пришитые платком. Так, не задеть бы микрофончик. Сейчас аккуратно померяю. Я очень люблю яркие цвета. Я не боюсь цвета. Я не знаю, у меня все время дилемма. Я люблю и монохромные, и полностью серые, например, и полностью черные образы. И черный цвет люблю. Но иногда меня наоборот тянет на какое-то такое буйство красок. Мне кажется, мой ободочек тоже сюда немножко подходит. У нас сейчас уже, можно сказать, начинается лето. В основном днем где-то плюс 20. Но было вот в начале недели похолодание, поэтому я успела быстренько выгулять Азочку. У нас плюс 25, похолодало до плюс 10. Но сейчас, я думаю, уже в мае будет стабильно держаться 15-20 градусов. Так что платочком новеньким придется подождать до осени. Мне сейчас в шерсти уже жарко. Буду переходить на шелка и на хлопок. Тоже сделаю обзор. Ну что, давайте теперь к малышочку перейдем. Малышочек называется «Розмарин». Автор Фадеева Валерия, 14-й колорит. Вот такие этикеточки должны быть у оригинальных полупосадских платков. Такой платочек маленький, расписной. Здесь столько крохотных деталей, просто крохотных. Так красиво все исполнено. Веселенькая яркая серединка. Я бы сказала, что платочек полностью орнаментальный, несмотря на то, что здесь такие крохотные встречаются цветочки. Но цветочки больше похожи на какие-то нереальные существующие в жизни цветы, а что-то такое фантазийное. Поэтому я думаю, что спокойно можно этот платочек причислить к орнаментальным. Этот платок я заказывала не себе. Я его примерю аккуратно, покажу вам. Классный платочек. Подумаю, может быть, себе такой же закажу. Может быть, не в этом, а в другом колорите. Мне кажется, розмарины все очень красивые. Вот такой красавец. Это я его заказала для подружки. Далее. В обзоре зелененьких платочков я показывала вам классический в 10-м колорите. Вот теперь классический, очень задорный, очень солнечный. Это 4-й колорит. У моей мамы такой же классический, и я решила больше не отнимать у нее этот платочек, а обзавестись таким своим. Конечно, этот колорит гораздо ярче, чем зеленый. Здесь столько теплых, красивых оттенков.
Вот такой узорный расписной. Каждая деталька в основном обведена черным цветом, поэтому рисунок выглядит очень четким, очень ярким. Платочек полностью орнаментальный. Ну и здесь тоже такие присутствуют маленькие фантазийные цветочки. Я очень надеюсь, что мои видеообзоры помогут вам с выбором своего платка. Я знаю, как это тяжело дистанционно выбрать себе платок, когда нет возможности прийти в магазин и померить. Цветопередача на мониторах, как правило, неточная. Поэтому смотрите самые разные источники, самые разные фотографии, самые разные видео, чтобы понять, какого же цвета все-таки платок, который вы хотите заказать. У меня здесь очень такой яркий свет. В общем-то, он выглядит так же, как и днем. Я думаю, при солнечном свете, конечно, он будет еще более теплого оттенка и, может быть, не такой яркий. Кот пьет из моей чашки. Вот он ассоциируется у меня с масленицей, с какими-то славянскими праздниками, с какими-то масленичными гуляниями, какой-то славянской традиции. То ли напоминает какие-то, как раньше в деревнях были такие узорчатые не окна, а вот вокруг окон деревянные наличники, не знаю, как это правильно называется. Что-то вот такое расписное напоминает. Вроде бы он орнаментальный, а орнаментальные платки я всегда немножечко причисляю не к очень фольклорным. То есть они с менее такой народной направленностью, они более универсальные. А этот, несмотря на то, что он полностью узорчатый, без традиционных вот этих русских красных роз, все равно он выглядит вот каким-то таким русским фольклорным. Вот лично мне так кажется, не знаю. Может быть, после нескольких лет проживания за границей мне уже все платки так кажутся, я не знаю. Ну вот такая красота. Очень рада этому приобретению. Но, опять же, будет ждать до осени. Думаю, осенью на фоне красной и желтой листвы это вообще шикарно будет. Далее у нас палантин. Я что-то пришла к выводу, что два палантина мне мало. Решила заказать еще один. И промахнулась с колоритом. Этот палантин называется «Четыре ветра». Автор — Жукова Елена. Это 66-й колорит. А мне нужен был 68-й. Он черный с серым, с красным. А этот вот такой. Он бордово-коричневый с голубо-бирюзовым. Но я не знаю, я померила его, мне он нравится. И вот теперь не знаю, оставлять его, либо отдать его, продать его и заказать себе 68-й колорит, либо плюс к нему заказать еще один. Он полностью орнаментальный. Очень красивый рисунок. Рисунок безумно красивый. И опять же, на картинках, на фотографиях вот именно этот колорит мне не понравился совсем.
Но в жизни очень даже. Вот эти такие ярко-бирюзово-голубые вкрапления очень красиво здесь смотрятся. Буду думать, оставлять его или нет. Размер палантина 2 метра на 70 сантиметров. Так что палантин — это 2 метра вот такой шерстяной теплой красоты. Вот, смотрите, как красиво. Здесь как будто такие сердечки. И посередине такая морская волна. Ну, почему-то назвали его 4 ветра. Вот. Наверное, когда художник рисовал его, представлял какой-то, не знаю, ветер в поле, в пустыне, на море. Безумно красиво. Невероятно. Чем больше смотришь платочек или палантин, тем больше в него влюбляешься, и тем сложнее с ним расстаться. Это я, не знаю, с каждым днем мне нравится этот палантин все больше и больше. Ну вот, бахрома. Бахрома здесь шелковая, двухцветная. Бежевая с коричневым. Кто, если думает и размышляет насчет этого палантина, вот цвета здесь максимально приближены к тому, как он выглядит при дневном свете. Вот это такой желто-кремово-молочный, темно-коричневый и такой цвет ржавчины. Ржавчина немного с коричневым. Но на контрасте с вот этим голубо-бирюзовым шикарно. Смотрится шикарно. Так, дорогие мои девочки, поехали дальше. У меня еще два красавца размером 125. «Время чудес» этот платочек. Автор — Литвинова Елена. Это 11-й колорит. Ну зачем ты пакет рвешь? Яша, это пакет из России. Один платочек под названием «Время чудес» у меня уже есть. В светлом, в белом колорите. Я в таком восторге от того платочка, что решила приобрести его и в других колоритах. Вот он есть в таком. И еще в более темном, какой-то такой коричнево-бежевый, тоже он у меня в планах. Так, размер 125 на 125 с шелковой бахромой. Максимально монохромный. Я очень люблю, когда не только буйство красок в платочках, но и максимальная монохромность. Иногда хочется чего-то более спокойного. Плюс здесь голубые цветы. Я уже не первый раз говорила, что я просто обожаю голубые синие розы и вообще голубые синие цветы. А здесь весь платочек усыпан голубыми розами, либо голубыми лилиями. Плюс очень красивый орнамент. Орнамент очень красиво перекликается с цветами. Здесь вот этот, наверное, самый любимый мой кусочек. Вот эти красивые, я не знаю, лилии, наверное. И вот такая вот узорчатая прелесть. Маленькие такие вкрапления оранжевого цвета придают
контраст этому платочку. Все выглядит очень динамично за счет вот таких маленьких оранжевых деталей. Но издалека платочек кажется таким серо-голубым, спокойным. Очень красиво. Вот представьте это с голубым пальто, либо с серым пальто. И с какой-то, даже вот с этим ободком красиво. Либо с каким-то голубым беретом. Во всех оттенках синего, голубого, фиолетового, серого этот платочек будет просто прекрасно. Очень часто бывает, когда купишь какой-то платочек в определенном колорите и настолько сильно влюбляешься в рисунок, что начинаешь уже коллекционировать этот платок в других колоритах. Вот это произошло так с этим временем чудес. Я добавлю здесь еще фотографии, в каком еще колорите он есть. Еще один красавчик светленький, белопольный. Он тоже не для меня. Я его заказала для своей подруги. И подумала, что как раз-таки я посмотрю его вживую, подумаю, померяю, может быть, себе тоже такое закажу. Называется он «Весеннее утро», четвертый колорит, автор Додонова Ирина. Платочек достаточно популярный. Я часто вижу его на фотографиях. Здесь тоже мои любимые синие цветы. Рисунок здесь и растительный, и орнаментальный. Здесь такие приятные розовые узоры окружают цветочные букеты. Не обращайте внимания на звук, это кот там разыгрался. Серединка очень воздушная, очень красивая. Голубые розы, бутоны плюс вот такие маленькие цветочки. И вот такая вот нежная прорисовка, детальная. Яша, что ты где? А, крышку. Крышечку скинул и играет. Платочек, с одной стороны, нежный, потому что здесь такой нежный розовый цвет. Вот эта нежная розовая лента. Такие голубые резные цветочки. И сам фон светлый. Но с другой стороны, здесь очень яркий синий цвет. Максимально насыщенные синие цветы, синие розы. Я, честно говоря, не знаю, хотела бы я такой себе. Я очень люблю, конечно, синие цветы. И он мне нравится, если вот на него как-то смотреть, любоваться, либо на других девочках. Вот на себе я не знаю. Я не уверена, что мы с ним пойдемся характером. Возможно, будет так же, как с подковой. То, что мне он очень нравился по фотографиям. И, в принципе, но мы не сдружились. Вот, так что я подозреваю, что с этим будет так же. Цвет здесь действительно такой ядерный, синий. Камера показывает, вот, правда, какой он в жизни, яркий. Так оно и есть. Я заказала еще несколько малышек. Они называются «Милый друг». Это
автор фаворитова Елена, милый друг первый колорит, очень нежненький, летний, весенний, с такими симпатичными розами. Здесь и орнамент, и цветочный принт, воздушная серединка, маленькие красивенькие розовые розы. Шикарные завитушки. Очень нежный, очень воздушный красотун. Я его заказала не себе. Я хочу сделать розыгрыш полупосадских платочков либо на YouTube, либо в Инстаграме. Поэтому я заказала несколько вот таких красавцев. Так, это тоже милый друг в четвертом колорите. Здесь все то же самое, только вместо розовых цветов здесь синие. Это такой более в более холодных оттенках. И еще один такой же. Вот. У меня три, получается, три милых друга. Я буду их разыгрывать. Потому что я думаю, что светленькие такие нежные платочки сейчас весной, летом как раз очень даже будет классный подарок для кого-то из вас. Пока что я не придумала, какой конкретно сделаю розыгрыш или конкурс. Пока что я думаю в раздумьях. Дорогие мои девочки, это видео подошло к концу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Я всех вас безумно люблю, обнимаю. Шлю вам воздушные поцелуи, обнимашки и лучики счастья и радости. До новых встреч!